Итак, я вернулся. Всем еще раз привет. И хотел сказать, что тут у меня проблемы были небольшие. Там конец битвы полностью не записался, потому что на компьютере кончилось место для фрапса. Но это не важно, там было не так много потеряно, так что продолжаем без таких потерь. Сейчас заберем тут. О, большая удача, естественно. И клевер, который я хотел давно стыбзить. Так, где вот тут у меня? Ну да, удача — это хорошо. О, у меня уже 6 удач. А что, у меня еще что-то есть? Да нет. 2 удачи тут. А, я, наверное, посещал там еще какие-то эти. А то 6 удач — это чересчур много. А вот гребаный караван, который везет ему этих фей. Так, ну что ж, я, наверное... легко замочу его. Так, а пока у меня у того героя кончились очки передвижения, я сыграю к этим. Тут у меня командир рыцарь, и он. И я ему сейчас... О, конюшни. И где тут были эти ж... где они? А, нужно еще построить. Ну, у меня все есть для строительства. Сейчас. Эх. Блин. Только одного нанял. Рынок есть? Блин, рынка нету. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все равно среднее. Ладно, придется ему денек подождать. Потому что опасно и стрёмно. О, ему можно сюда пока съездить. Он не посещал. Все, пропускаем ход. И нас ждет хорошая битва с эльфами. Да там их бить нечего. Офигели совсем эти эльфы. Пришли. О. Ничего, даже рудник еще не захватили. А ко мне уже прибежали идиоты. Очень низко. Мне руда лишняя не помешает. Так, ну что ж, ребята, прощайте. Нужно вас всех мочить. Так. Не, пожалуй, пока грифонов придержу. Ой-ой. Ах ты, ах ты. Своим осиным роем. Ой-ой. Ау. Блин, как нехорошо сразу троих лучников. Хорошо. Я тоже могу ударить. Не, это так, это слабенько так еще. Ой, я там... Надо не так ударить немножечко. Я этим загородил весь путь. Блин, опять свой осиный рой, да ты задолбала. Слушай, пока. Сразу говорю тебе, пока. Во. Пришли тут свои, блин. Права качаешь. Ну, вообще-то я к ним пришел. Потому что они ко мне первые пришли. Поэтому должны ответить за свой базар. Ай. Чуть-чуть больно. Ну, все, прощай. Ой, еще и удачный выстрел. Ну, вот так сразу бы. Бедные 5 стрелков. Ненавижу такие потери. Лучше бы завалили крестьян или грифонов, но только не моих стрелков. Так, у них тут что-то, блин. Нифига, у них там путевого нету пока. Я лучше пойду сражусь еще с этими, со скелетами. А, не-не-не, тихо. Куда ты побежал? Тихо, чувак. Вот прикол. Не, отказываюсь. И преследую их, короче. Сейчас я их... Ну чё, обалдели? Хотели ко мне. Я таких уродов не принимаю. Мы гордые люди. Давай, беги. Мы с вами, с фурдалаками, дел иметь не хотим. Вот и все. Ну, зачем мне такие войны, которые рассыпаются? Вот если бы такие вот стрелки ко мне попросились бы, другое дело. Так, чуть-чуть опыта, совсем чуть-чуть. Вот руды у меня уже нормально, а вот лес. Лес, а вот и лес тут. А, еще костяные войны. Что ж, я туда побегу, пожалуй. Так, что у нас тут за локация? А, ну там только ресурсы. Дружок, давай посещай эту свою. И снова защиты, развитое нападение, бери, наверное. Иди за еще одним рыцарем. Кстати, сейчас неделя будет новая. О, стрелки тут лежали. Чё это они тут лежали, никто их не брал.
Странно. Построить что-то надо бы. Ничего не могу построить пока. Что-то в моем этом... Нет, не тут. Вот тут. Вот. В моем втором замке то же самое. Все печально. Ну, значит, я сюда сбегаю. Воюю. А потом уже... Сейчас конец недели будет. Соберу войска и пойду через мост. Блин, что-то вас много. Ой-ой, надо, наверное, сохранять дорогу. Ух! Гады! Бедные мои грифоны. О, зато у меня хоть эти есть. Заклинание. А что мне сделать? Ну, божественную силу могу кинуть на это. На рыцари свои. Если я им еще мог ускорение придать, вообще было бы классно. Чуть-чуть не хватает, чтобы достать. А, они еще раз будут ходить. Так. Сейчас мои стрелки тоже вам скажут привет. Мечники тоже в бой. Давай, рыцарь. Рыцарь. Опа. Что ж, неплохо. Ау, опять бедные стрелки страдают. Успокойтесь. Я говорю, успокойтесь. Держите, ребята. Так, тебе еще сейчас подарок пришлю. Вот и все. Ах, легко и просто. Ну, грифонов только жаль. Сильно магию хаос. Нет, лучше этими. С новым управлением машинами. Да. Пожалуй, это возьми. Герой больше никуда не пойдет. Ну ладно. Еще один ход пропускаем. Новая неделя наконец. Так, а что тут у нас еще зелененькое? А, этот зеленый гад еще и фермы. Ну, зеленый жив, у него должен быть еще один город. Так что он там сидит, тихонько силы собирает. Но это им не поможет. Так. Неделя льва. Собираем крестьян отсюда. Конечно, могу и туда сходить, но там пишет средняя, это не очень хорошо. Средняя, низкая. Ну что ж, пойдем в бой. Придется идти в бой. Там, по-моему, золото, а золото мне не помешает. Ой-ой, сколько вас много. Так, нет, рыцари. По-моему, они подпрыгивают, если не ошибаюсь. Короче, сейчас будет больно. Хорошо, что у меня все стрелковые войска сейчас закрыты, ну, ребятами моими. Так, кто там дальше ходит? Сейчас я кому-то привет передам. Блин, как-то слабо. Очень все слабо. Ладно, держим позиции. Ведем небольшой обстрел. Ну, вот сейчас рыцарями можно уже и шарахнуть их. Что делать? Что делать? Надо бить. Пока нас не ударили. Да, то, что рыцари есть, это очень хорошо. Так, вам я скажу тоже привет. Замедление. Да я думал, не поможет, я лучше просто тупо ударю. Ай-яй, бедный рыцарь. 27 единиц урона. Отдача. Блин, у меня нету ни палатки, которая восстанавливала бы хотя бы немножко жизни. Надо было их купить. Кризис, кризис. Так, крестьяне, зря я вас раньше не подвел. Ладно, вперед. Все войска. Ух ты! Вот это вот я и боялся. Ну, сами нравятся. Блин, ну что ж он так не имется, а? Иди отсюда. Блин, остался тут один коллег. Тише с дом! Держи молотком! На! Ай! Я тебя добью все-таки. Пока. И тебе пока. Блин, опять стрелков моих. Вот всем нужны мои стрелки, да? Какие-то помешанные, они как будто медом намазаны. Пять стрелков. О, разве это управление машинами давай? Ты мне будешь мастер по машинам. Что тут в основном логове мое можно построить? Горизонт, это все фигня.
по большей степени все фигня. Ну-ка, что-то у меня в этом есть. Вообще ничего. Ну, проблемы с деревом. Так что нужно бежать и завоевывать дерево. Давай, товарищ.